радует, что появляется все больше и больше молодых ребят в артерии российских, которые начинают играть на уровне КХЛ. И Демченко в том году показывал очень хороший уровень. В этом году он начал, потом был неопределенный спад. Ничего страшного, если вспомните, 2 года назад, когда Илюха Сорокин только пришел из Новокузнецка в ЦСКА. И мы также сделали, мы вызвали на Карелла Кап и вдохновили. В общем-то, он вышел и сыграл здорово, и потом заиграл в клубе. Это очень важно, на каком-то этапе ребят поддержать, и чтобы они чувствовали, да, чтобы они чувствовали, что за ними следят, в них заинтересованы, дают играть, в них верят. Это очень важно. Просто стараюсь делать то, что могу, и дальше что будет, то будет. Стараемся, работаем, исправляем то, что не получается. Здесь мы говорим о закаливании характера нашего, о получении нового опыта и знаний. Хоккейная сторона, прекрасный стадион, соперники, сильные зрители. Понимаете, как других возможностей можно и иметь. Без дядьки, без спины. Ребята, ну-ка давайте мы посмотрим, где мы сегодня, как мы. Да, может быть, не все готовы, да. Может быть, 3 человека, 2. Но остальные ребята, мы вас любим, мы вам создадим программу. Давайте-ка работать в клубы, мы сообщим, какая программа и что вам, в каком направлении надо работать. А уж вы работаете, и мы с вами встретимся через год, или в следующем году, или на другом турнире, или в олимпийской команде, понимаете? Вот что мне кажется, очень важно. Система.